Россияне, украинское командование предлагает вам получить награду за боевую технику, за то, что вы ее передадите войскам Украины. Боевой самолет 1 миллион долларов, танк 100 тысяч долларов, БТР-БМП 100 тысяч долларов, корабль 1 миллион долларов, РСЗО 35 тысяч долларов. Автотехника 10 тысяч долларов. При этом российским военным гарантируют право на сохранение в тайне факта передачи техники, получение новых документов и возможности выехать в третью страну.